Эдов тоже. И сальву тоже мне дадите, был пиздец год. И сальву. Подожди, а у тебя еще талант не взят на минус агро на аркаде? Нет, конечно, нахуй нам. Для слабаков, да? Понятно. Умирай, получай ГП. Ну для 4 паладина вы что, убираете? Кто сдохнет, 100 ГП. Похуй от чего. Не, на я ебал, 0 ДПС дам. А пока. Куя меня вниз. Среди, среди, нате вам добавим пул. Вы будете наказаны. Не надо. Батя, я Димон, хочу быть наказанным. Так, разноси. Ебать, человек лагает. А чё костёр никто не стакает? Костёр состоит одинокий, ебать. Все, блядь, гордые, видимо, хуй знает. Все, ебать, ебать, ебать. Пошёл на СП, блядь, стакать. Второй костёр упал. Встаньте на костёр кто-нибудь. Иннер, помогу. Давайте, на, пизда. ДПС-то где, блин? Зато посмотри по агру второй. Бля, сейчас ЛПшка будет, сейчас будет, сейчас будет, все. Пошли. Зашли. Нажмите сакру. Вася придавил. Не шансу нахуй, на срыв. Почти. Пизда, ДПС 0. Не, ну нормально же, блядь, 17 тысяч. Надо выебнуться же, правильно. А чё линканите, я не обновлял рекаунт? Покажите. Никто не позвали, да? 17 700, у тебя пятое место. Жарим 18 900, а верн 17 900. Варим. А витамин. На первом лок там, блядь. Опять эта пуха упала, конечно, заебал уже, да. И зачем мы опять пылим? Ну, не знаю, может там бонжо... Это такая же салголона падает, да? На, да. Так это... Да. Если что, у нас, типа, у нас топ ДПС лок сегодня не пришел, ОМОНчик. Он тебе показал бы ДПС. В смысле? Что, я мало ДПС? Не, то? Я не говорю, что я мало ДПС. Я говорю, что топ, наш топ ДПС сегодня не пришел. А, блин, вот хотел вопрос задать. У меня у Бонжови нету ГП, ЕП? Еще. Видимо, нет. Оно с мейном персонажем никак не... Никак. Нет, у нас не связано. А чё вы не пыльнули, шмар? Я не знаю, чё. Убейте трэш, пожалуйста. А, трэш успеем разъебать. Хорошо, что второй хил Ладомир. Вот ему нихуя здесь не надо, я вообще, блядь, кайфую. Я передумал. Ой, кайфую прям. Да, блядь, аж все же ебаные открыли, я что-то забыл, блин. Нахрен вообще что-то здесь брать пока что, кроме триник. Будет, да, не бойся, все равно. Ну, сейчас, может, у меня будет шанс. Да не, какие шансы, забей. Думаешь, на это, на вспышку? И их, этих шансов нету. На вспышку нету шансов? Нет. Я специально пуку дракона засуну эту вспышку, чтобы тапки забрать. Прыгайте, грудак. Откуда пуку уже, блядь, конденсаторы? Где он намутил? Какой конденсатор у него, не понял? У него конденсаторы, блядь. Донатишь, что ли? Так. Пук дракона, мне нужны тапки с ласта. Только тапки. Все, мне больше ничего не надо в этом месте. Посиди, пожалуйста. Да? Там я ебать, я сколько хожу нахуй. Я не могу точно просто нихуя сделать. А он. Ты дороги. Не ебало, это окошко нахуй. Мобы убегают нахуй, что-то.
Какой нахуй Микераса? Я ж пас нажал, пацаны. Просто за сильно кому-то заебал. А нахуй мне не нужна. Ты нужна на тебе, не бойся. Ой, мне на офспек. А он что ты не ролил? Там, кошка, куда ты жарим? Да я вижу, я это... Она все равно без ГП идет, что ей не ролили она? Не знаю, не хотят. Я полутаю ГП за агру кошку. Так, трэш, сливайте, я даю 5 минут, вам паузу. Писи каки сделать, там, не знаю, чего хотите. Дарафан, не выходи. После или перед турем? Я не, у меня нету грудака. Перед, мы сейчас будем, вы сейчас метки будете ставить. А ролить грудь на ролл спек, что, блядь? Давайте. Ну, заходи. Да не, зачем? Забирайся. Блин, убери 100 грудь. Нет у тебя шансов, ну давай я тебе открою приоритет твой. Сколько у тебя приоритет? Да просто мало ли никому не нужна будет вспышка. Да, 4,8. Какой шанс, что ты полутаешь ее вообще? Ну, будет 6,8. Да нахуя вам вспышка, ебать? Так посмотри, это стоит по приоритету. Саша, забрал моба, да? Я думаю, Квазивер, Квин, там, Квин Мун может Вайхор забрать. Заберешь все равно. Пешку на 10. О, а триня на Аркана Старима норм или нет? Ну, убери ГП, ну что ты... Саш, такое? А что за хуйня? А? Это что за хуйня? Объясни мне, пожалуйста, нахуй. Я тебе говорил, что ты все равно ничего не залутаешь. Хоть я тебя уберу, не уберу. Что такое? Абсорб. Дай надежды, человек. Минус 99, да. Я серьезно говорю, абсор, блядь. Да это баг какой-то. Да и кольцо хау. Хорошо. Говорю, у тебя же все равно шансов нет. Зачем ты делал? Давайте, все, сейчас я... Забейте моба кто-нибудь. Шипаем. Давайте я заберу. Да ебаные папки нужны нахуй. Не могу. Так, сейчас добавим. О, дракон, ну посиди, заебешь. У тебя хорошие папки. Крит нет. Да, они крит. Еще не упали, Антох, давай завязывай. Да они упадут, я говорю. Ты очень вам бери славу за руку, идите ставьте метки. Зачем он слово поставлю? Это что, я за чарю сгоняю, не? Хочешь, иди. Не пойду. Вайтхор, ты тут? Вставай, кто-то. Кто из приставки не пойдет нахуй? Я хочу по крит сходить. Бля, Женек слышу. Слава, уже не курит. Женек, зади, подержи ВМК. Не, немножко к бесу к своему, вот в ту сторону немножко сдвинься. Да не, нормально. Просто он повернутый получится. Да? Да, немножко в ту сторону. Крестик переставь. Да не, кажется, ну, типа треугольник, чтоб это... Ну, тут треугольник... Равносторонний был. Станьте в этот крестик. Один человек. Бля, White Horse. Нормально будет. Белая лошадка. Илюха. Тут? Усы. Дайте крестному отцу покурить сходить. Перебегай. Сань. Тинлова. Перебегай. Все съебается. Перебегай. Саньте кто-нибудь еще луну? Ну, гордые, встаньте в луну, пожалуйста. Ну, типа, мам пойдет? Давай, я его ферну. Ой, блядь, нихуя. Да и господи, что такое, ну? Куда он съебался? Там фере бегает. Ну, у вас комбат сидит, вас ничего смущает? Вообще похуй. Бля, снимись, пожалуйста. Я, блядь, не могу понять, подожди. По идее, вот так вот идеально. Белая лошадь здесь? По идее, нормально.
Войд. А. Подержи моба полиции, я пойду покурю, скажу. Все, я отпускаю? Угу. Пошли. Это, а чё, может чарку от сил природы затестить, не? Тут физуха больше шотает. Да не, физуха помойка. Да нету смысла. Стамину потеряешь. Да хуйня там потеряю. Вот если взять Джайну, например, то там есть смысл. Потому что она только магией бьет. Ну сколько он молнии ебашит? Да ты как-нибудь посмотри, вот бой сейчас закончится, открой полученный урон и процентаж. Там будет понятно, что нет смысла в этой чарке. Я понимаю, если бы там было даже хотя бы половина, ну там половины даже урона нет от сил природы. То есть, ну чарка, я не знаю, блядь. Тут резисты на синдру, наверное. А чё, есть инфа апнут, когда остров? Да маги грул, вся фигня выйдет, апнут. Чё, мне с Фрея теперь кисти рук нахуй не нужны? Обсуждаю, стоп. Перерыв закончился. Юрче. Пусть что он White Horse поддержит. White Horse, шаришь моба держать в контроле? В прошлый раз держал. А я по ДПШ. Кослайка чуть напополам они разрубили нахуй. Что, как перерыв на алге было? Ну, перерыв ставить нельзя. Ну, не знаю, это раз 4-5. Ебать, бригада стоит, я ебу. А тут одни бури, урки, нахуй, быть. Чисто, блядь. Так ордынская гильда жьёт. Я охуею, блядь, с урками хожу, тьфу нахуй. Еще раз расчитаю. Я тут и сижу. Пойдемте его запиздим за инстол. Че он пиздит? Это кто сказал, блядь? Назовись, это пожалуйста. Жарим сказал. Жарим нахуй. Понял, блядь. Артстайл тут? Будешь уцеплять теперь? Буду тебя гангать нахуй теперь. О, знаешь, что сейчас сделаю, смотри, прикол, нахуй. Бойся, пугайся, нахуй. Охота за головами, нахуй, цель охота, игрок, блядь. Жарим, нахуй. Я помню, как-то я на всю гильду так въебал бабки. Давай, я там всех, блядь. Жарим. Охотились за ним? Девочка сейчас придет. Всех разрубили, нахуй. Хорошо, Владимир. Почему меня его не ищет, нахуй? Отставил. Док. Да, я здесь, но не могу занять. Так, давай. Я давай. Тут. Слав, Людина, знаешь? Ебать. А чё вы сами? Ну вот смотри, какая логика. В звездочке, кружке, ромбику и треугольнике должно быть по хилу. В луне крестики, милики. Лишний милик в квадрате с двумя танками. От звездочки между двумя колоннами, где решетка, куда в кишку идти, там есть сколько там, 12 метров, там есть точка, где стоишь, и два разряда в соседние колонны не попадают.
Там стоит ШП, который контролирует White Horse. С ним может стоять Хэпал. Давай, давай вот что ты поконтролишь. Давай не будем, блядь, придумывать хуйту. Чтобы сейчас не было такого, что у нас моб бегает нахуй по рейду, ебать. И просто Бреторием с бафом, ебать, что ты танк. Я тебя умоляю. Ладно. Да давай не будем лапиться. Да, это самое. Только когда я стою контролю, там есть лед такой сверху падает на голову, там надо прохиливать. Потому что я в контроле стою, я не прохиливать себя не могу ничего. Заберите моба. Там заносишь эти супы, да? Сейчас просто... людей, которые, людей, которых ты значают, сразу все бегут, встают в метки, блять. Я вставил выше, вышел, блядь. Дайте ассист. Егор, да, сестер, вот он, слайд. Какая-то метка. Ну, а, все поставили. Все метки стоят. Короче... Не, это не стоит, вон, в черепке с нами, ему ничего не мешает. Нет, в прошлый раз вот, там вот стоял, здесь, вот здесь он стоит, вот где он сейчас стоит, он здесь стоит. Да что... не нужно там ему стоять. Тут разряды, тут разряды не бьют. Раз, два, прием, как сказать. В черепке тоже не бьют разряды. В черепке бьют. В черепке, вот прям под балконом, не бьют. Ну не знаю, хочешь в черепке стой, я бы тут стоял. Давайте назначайте людей уже. Сколько у нас миликов? Раз, два... Столовка с этим, получается, пять, в квадрате. Сколько? Шесть миликов. Получается, Ауга, Ругатога, Ирландец в Луне, в крестике Космополит, Блэкфлай и кто там оставшийся? Раз, все. В звездочке Суф, White Horse и Квазивер. В кружке. Квазивер бегает. А, ну хорошо, тогда Терияки. Кто бегает, скажите еще? Квазивер. Аверн, кто еще? Дерафан? Аверн, Дерафан, да. Квазивер. Так, в кружке Квин Мун. Абу-Даби и жарим в ромбике Холипал этого кого там Винмуна Квина, потом кто там остается, Пук Дракона, Амончик в треугольнике, этот Хао получается, Хао давай в кружок, а Квин Мун с кружка на треугольник. Поменяйтесь местами. И в треугольнике получается кто оставшийся там? Кого они назначили, представьте? Элем, Вася Женек. Вот этот. И Женек. Да, и Женек. То есть Женек, Токсиген и Шаман. В треугольнике. Вроде все теперь назначены. Так. Теперь в комнату назначили людей. В комнату, все, блядь. Маги, Пук Дракона, Хал, Ладомир. Угу. И Рога Тога. Да и Рога, блядь, хуй знает. Он пишет, что ему на пол нужен. Давай, Рога Тога, иди. Еще раз, все маги и все локи. Все локи, кроме меня. В комнату идут, еще раз говорю, в комнату идут все маги, все локи, кроме Дарафана, Пук Дракона и Рога Тога. Да. Че, Арсталь-то зайдет? Хороший вопрос. У него баг какой-то, кикните его среди, да? Это уже, блядь, как, смотри, как, блядь, как он писал. В час писал. И он из диска тоже уж вылетел, что не знаю. Ну, значит, 24 бьем. Ну. Кого поменять есть? Ты здесь. Ладно, 24 идем. Ребаф у тебя рейд? Давайте быстренько ребафим. Рейд, ребаф. Ласки все обновили. Твои. Посмотрели. Престабав, давайте ребафимся. Давайте, даю арчи на бафы и на готовность. Все готовы, да? Давайте, пускай моба заливайте. Рендж 12 пишите все. Сразу. Блять, да хуя что ли пока что ли? Станьте все в центр. Запомнили свои цели, метки просто и все.
Это когда босс спустится, вы в них стоите. Отбегаете сначала к стенке, потом налево или направо. Когда у вас... Прислужить, как сразу сыграли, а только кастер кипишь. Пробудитель, игра? Налево. Пробудитель, а диспальти сразу? Каз бейте? Даже. Направо. Играем другого пробудителя. Косты сбиваем, шамана. Налево. Этого не бить, завоевателя. Завоевателя не бьем. Подведите. Подведите его, пожалуйста. Ну, зачищал. У нас с Войдом случилось. Убиваете. Зашли кому-то. Пробудитель, играем. Давай этого убьем, ты следующего возьмем. Каз бейте лечение. Следующий завоеватель, который выйдет. Защитник. Или... Нет, завоеватель, да? Да, завоеватель. Его не бьете, подведите к Войду. Бейте, пробудите. Косты тоже сбиваете. Там еще один пробудитель. Бейте. Здесь полетите его. Еще пробудитель, игра. Видите, завоевателя, подведите его. Подведите его, не бейте его. Все, подвели тебе его. Все, вот звездочку мы не бьем. Вот вышел еще один завоеватель, бьем его. И пробудителя, который дальше стоит, его нужно продисполить. Чекис, да? Не забывайте отбегать от разряда. Все смотрят, блядь, на колонны, нахуй. От разряда отбегаем. Отбегаем в стенку и в сторону, чтобы не пересекаться с другими людьми. Звездочку не бьем. Подведите его, бьем, пожалуйста. Набежим. Да, пробудите. По краю бежим. Звездочку не бьем. Там подход идти. Вайда прохильте. Вайда прохильте. А он ФКшит, его нету. Он вылетел, походу. Завоевателя играли? Да, как всегда. Все. Вылет. Завоевателя сыграли вот этого? Сейчас босс спускается. Смотрим за разрядами аккуратнее. Бля, пока Гера, стойте, мы прохилим. Лед стоит, аура? Да, стоит. Стоит у Телдрина. Сейчас переконтролю. Уже можете отбегать от разряда. Блядь, суп, ебаный. Так, как так-то нахуй? Че, у нас, по-моему, в печеньке кто-то хуя или нет? Или я в звездочке стою? Егор, сбав, дебаф скинется, сразу заберешь, и дебаф новый поймаешь, я опять заберу. Я, мы уже поняли, что. Что-то вылетел? Да. Смотрим за разрядами аккуратнее, смотрим. Сейчас переконтролим. Милики. Да. Владимиру там ману порезайте. Кружочек разряд бежит. Линер дайте Владимиру. Хорошо. White Horse гим на ману. А че никто не умирает? Раз. Карка. Убиваем босс. Научились, получается. Давай Элдомир в массакру сейчас. Сейчас переконтролю. Дайте Иннер по аркану, не туман.
Телдер, называй Масаку. Со стороны Мелики Луна зашли. Там от какой-то. Дайте маны, блять. Банжови, за массакр. Блин, мана лед, что делать? Все там полляма добили. Красавцы получили. Получается красавцы. Не лутайте сунок, дайте. Заходи, сухчик. А у нас комбат. Да, сейчас вечно комбат висит, нахуй. Сейчас он исчезнет. Смотрим. А урок про воровство? А, ну это который? С мобашью 20% в хосты. Ну, ДТ, если я первый. Ну, у нас один. Как вечно, я первый. Ну, так больше. Вечно комбат, здравствуйте. Да не, не вечно. Там мобы сверху, их не убили, поэтому и комбат. А, все, уходите, я открылся. Там арбалет 39. Полезно. Это полезность. Идите, умирайте, трэш. Можно открыть ворота и пойти убить мобов. И комбат спалит. Так делаю. А мне комбат, у меня кто-то баф. Пойдемте убьем. Мобов пошли, убьем. А половина пошла трэш чистить. Бля, Банжови, иди, чисти трэш. А Уга тоже иди. Вдвоем. Мы справимся вчетвером. У, сука, блин, убежали. Там это, корова, ой, это идет. Хуй, корова. Давайте уебем ее, ну. 10 тел. Там лишь кофе ебать. Че, вы нашли моба? Который комбат. Бежим. Их нету, блять, они куда-то съебались. Серьезно, нет мобов? Угу. Наверное, сдохнуть надо, блять. Ну, короче, сдыхаем, блять, и все. Просто все сдохните от нас. Я знаю хороший способ. А че, ловушек нет, да, сейчас? Пацаны, разлосим, разлосим. Я знаю, 4, можно сдохнуть. Вообще без разницы. Гасим, ну, гасим эту скотину, ой. Умрите просто. А чё, ловушка не убивает? Нет. Ловушка нет, она просто замедляет. А. Почти кошатницу убили. Её дебаф можно снять. Или нельзя? Просто умрите. Где она сейчас проспадёт? Умри. Вы не зайдёте, вы? Не заходите только вы. Сейчас все сдохнут. Остался Лодомир и Телдрим. Чё это нахуй? Умрите, быстрее. Нихуя, вот это заебись. Заходим. Ты умер? Бегите, да, в РНТВ жизни сейчас. Хау ещё не сдох. Я Альт-4 нажму, посиди. Вообще проще было, конечно. Я сейчас пойду разролю шмот, а вы идите. Точно он у нас сейчас не переключится с него? Меня? Вроде нет. А в РБК хулипалов падает где-нибудь? Чего? В РБК хулипаловский щит падает где-нибудь? Не знаю, я точно знаю, Старима падает бисовый щит. Но он не падает. Ниже топи, вон, говорят, падает. Там крит МП5, кажется, какой-то щит. Да сейчас в РБК лучше можно, чем в ульте одеться, блядь. Там, смотрите, там аури идет, вы можете все захуяриться. Если хотите. Захуяриться об нее? Да, бахайте. Просто бахайте. Сейчас быстренько чистим. Идем дальше. Нет, ауга, мы не будем ее делать. Ебал я ваш в рот ваш ачивк. Давайте, вы где? Ставьте рыбу быстрее, дайте поп.
Дайте помочь бабу. Кошать всю бум взять? Да, по фастику ее. Шутишь. А где все остальные нахуй? А хули вы там делаете? Она меня заводит, короче. Все готовы. А мы тут это у Хадира вообще-то кусок. Слышь, пока вы там, блядь, бежали, хуй пойми где нахуй. Мы вообще у Хадира стоим. Ничего? Бабушка, забейте нахуй. Пуляки, она сейчас меня придушит тут. Что тогда пульнули? Давайте, заходите. Знаете, массакру. Массакру зайдите за стену. Охуенная интрая начало, да? Берните его, берните, Берсу, берни его. Соловку берни. Блять. Кто считает, блядь? Blackfly. Сейчас забирайся. Кошаков быстрее убейте, чего вы так долго не бьете? Пол рейда мертвый. А вы их вообще не бьете, вы бьете босса. Босс 10% босс. Тотемчики на... Надо было нахуй ее сразу сносить, блять, а не хуйней вот этой заниматься. Убивайте кошаков быстрее. Давайте, парни, хардмод ебать. Вот 10 сел. Без бафов. Ну, бафа можно и даже в бою. Лемка-то. Удивительно. Зато хилы все живы, ебать интересно. Как так? Мне кажется, быстрее вайпнуться и прибежать, бафнуться и убить в 25 тел. Легче Alt-4, блядь, нажать и не играть больше в эту. И удалить Вовку, нахуй. Или так, тоже вариант. Да, блядь, убейте кошака уже. Да бить некому. Так а чё ж ты не дажешь, Антошка, блядь? А? Да, вдруг хильбу уже, нормальная тема. Смотри, так, Квемун, бэришь пуку дракона бэришь космополита, космополит бэришь Аверна. Поехали. Пошли раскастовочки. А это что, каст не сбили, получается? Какой каст? Так много сдохло. Или в луже. Да, сбейте. Сбейте каст. Понятно. Ладно, вайпайте. Нахуй не знает Аурия. Получается, сильный босс, нахуй. Сильный босс, да. А как так много сдохло? От каста или в луже? От кошаков. А-а-а. Кошаки там, еще два танка. ДКшнику просто сложно. Да потому что вы, блядь, тэпаетесь пиздец как долго. Ну почему одна пати стоит? Долго, да. Одна пати на Тореме, нахуй, другая, блядь, бежит только там где-то, нахуй. Чё за бред, блядь? Да не, ДКшнику просто 4 кота сразу не забрать. Они могут пошёл. Да это вообще... Да сдохните там быстрее уже, ебец. Их заливают, нахуй. В рейде убиваем Алгалу, Рона, Торима в Хаэме. Кошарь. Вообще Нотер ставил на том КПД. Ты про Торима так сказал, как будто бы это сложно, блядь. Его пуги убивают в Хаэме. Да пуги ладно. В Хаэме убивают? Можно, блядь. Я его... А чё, Ротстайл не придёт? Я его в Хаэме убил. Ну нет. Молодец, красавчик. Решил уйти. А мы вот недавно с Антошкой ходили с типами, которые, блядь, в обычке не могли Фрею убить. Ну, нормально, да? Не только Фрею, блядь, всех подряд, блядь, босса вайпались. Да. Не повезло. Как бегите, вы... короче, в этом. На Фрею бегите. Все трэш я раздам. На Фрею? Да все прибежали уже на пизду на эту дырявую. Бля, бафайтесь тогда, заебёте. Ходите за хуйню вот эту. Куда вы на Хадира поднимаетесь? Заходите сразу сюда. Давайте, чё вы, блядь, вагончиком тянетесь? Они хотят сверху со ступенек на неё прыгнуть, блядь. Чажутся. Где рыба, блядь? Рыбу быстро ешьте, нахуй. Ешьте быстрее рыбу, бафайтесь, давайте лапку, пристаба, касочку. Да вообще всё равно сколько. Рыбу главное ешьте, а потом нахуй остальное дело. Ребафните ещё раз магов. Она сама спину, рогу только одна пуль. Полетели, нахуй, висит босс. Массакр Лудомир. Замечательно, подбежал, блядь. У кого там Пет ебанутый бегал, нахуй, где-то?
блядь, не пет, это жарим. Жарим не слава. Я пришел прям тут же. Дайте нахуй Геру, там все равно потом, блядь, это... Пока нахуй почистишь трэш этот сраный у Фрея. Зачем вы его слушаете, этого, блядь, декана? Блядь, ну чё, скажи не так, нахуй, сказал прям, ну. Там, блядь, трэш ты, нахуй, пока почистишь, все откатится, нахуй. Тем более там на лас-фазе, нахуй, дается. Это... Да, вообще можно давать. Тут есть одно слово в этом рейде, оно моё, нахуй. О, твоё. Дайте на ХП крик, чё, жалко, что ли, блядь? А, на кулаки раздали? Где кулаки? Да крик не нахуй, чё, тебе жалко, что ли? Кисло бейте. Паулы косячат, однако, нахуй. Сейчас, нахуй, сори, на, нахуй. Когда в рейде один шаман. Ну ничего страшного. Так пихнули бы его, чувак. А Верл, что за хуйня, блядь? Тебя уже обгоняют все, кто могут, нахуй. Это просто отмаз. А Верна по нерфили. Понять ее, блядь, я верну скрыл. Как админы любят без палева, да? Надо ввести в этой игре нерв, как в World of Tanks. Там на танке глобально идет 60% побед. Думал. Его нерфят. Так и если перс дает, блядь, 12-13, да, значит его надо нерфить. Ебать ты робот. Я сейчас только про Витю Кислого думал. Хуй знает, что за хуйня. Стоп, примишь у меня? А что, ты понимаешь, что нельзя прибежать? Ну, я заебал. Тяжело, но. Хуйня делала там, да. Бля, а скоро грул, да, будет, нахуй? Еще не очень. 3 недели. Блядь. Пришли, трэш разъебали. Столовка ты заебал, все кольца забирать. Да ты че, нахуй? Ну, приор сейчас упадет, нахуй. Ну, у него сколько пальцев, нахуй, давай. Разберем. Мне тоже интересно, он то кольцо забрал, это, блядь, берет. 10 колец ему надо на 10 пальцев. Бля, чел, я хочу апнуть мастерство сейчас, нахуй, понимаешь? Не Оню тяжело танчить, нахуй. Чел, ты, блядь? Чел, ты. Давайте Локи бахнуть. Челик, говпадик. Чел, ты что, сатина моя, чел? Ребят. Бля, когда стрим поедешь импакту, ну? Саня, го калик. Кто варит вот это? Бля, ну забаньте, во. А кто варит это масло, которое варит? Бля, у меня жена что-то на масле периодически варит. А, масло я варю? Жарит, блядь. Ну, в смысле, какая профа вообще это делает? Ничан. Энчант? Твою жену. Энчант. Значит, у меня жена энчантом занимается, нахуй. Если кому-то надо, типа, вы можете мне реги давать, я вам сделаю. У меня есть рецепт. Отлично.
надо бы узнать. О, арбалет, блядь, чехант у меня дал бы его. Ой, блядь. А чё, ауги, рогетоги не нужен? Блядь, почему я мышку теряю? Кто там порнуху, блядь, смотрит? Бля, это я, нах. Кто там порнуху, блядь, чё, Дима, вовни. А нахуй у меня палить, а? Тебе тут порнухи не хватает? Вов не порнуха, Диман, чё ты палишься? Ой, блядь. А что, охает? Старый извращенец, нахуй. Охает, что ли, блядь? Ну, у меня тоже встал, кстати. Ой, бля, суф, ты шо, блядь? Недавно, недавно сегодня профилизировался. Пристал немножко. А вот как? А вы как? Ебанутые, нахуй, или что? А как это, нахуй? Хардмод, давайте. Хуёт, блядь. Добивай, Дима. Каковы шансы, что мы разъебем? Ну, трэш добей. Она же не заебанется, нет? Ну, вообще должна. Если выйти из комнаты, она заебанется. Ну, блядь, давай, типа, если ты не человек, ну, человека найдешь, который сагрил, я ему дам ГП. Согласен, Пук? Давай. Я отойду в эту ванну на 3 минуты. Сейчас. Сейчас приду. Я могу просто Пуку дать ГП. А, она-то отагрилась, а трэш? А, я на ней отагрилась. Она сейчас сюда подойдет, должна отагриться. О, давайте трэш весь сразу. Да, схода пулевого дала. А почему мобы остались, вопрос? Хардмод. Упали, стали, ебать, разбафать. Сейчас ГП дам. Ууу, сейчас, блядь, насыплю вам. Ты пугал? Ну, ты зачем с таким порнухой смотреть? Сиди до дрочину такая. Идите, блядь. Кстати, куда дерево пошло, нахуй? Кто там? Ивашка, можешь, пожалуйста, замутаться? Выйти с инста, там куда-то все побежали, ебать. Хорошо, хоть у Ивашки там не порнуха. Куда они бегут, блядь? За войдом. Пиздец. Ваня, выбей херню свою. Хуеть, не мешай ни человеку, ни животных смотреть. Ебать, кто ты сейчас так рычал? У меня уши чуть не потекли, нахуй. Кто это еще мог быть, нахуй? Только анимешники так рычат. Слушай, баланс. Да я рыкнул просто маленько. Киза там достал. Скажи таким голосом, куда идем мы с пятачком. Куй, нахуй ты орешь. Не надо, прошу. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Блядь, чтобы кринжа какой-то, блядь, навалили, нахуй, рейд. Иди нахуй, парень, тут 3 босса осталось, пожалуйста, убейся. Нет, 5 боссов. Нам еще РБК надо закрыть, ебаный в рот. Здесь, походу, на сутки застрял. Это что, джигурда был, нет? Сейчас 8. Хуерда. Там... Сейчас 5 вайпов на проект. Ой, сильно. Саня, ты что там сдох? Блять, я думал, вы убьете просто мобов, забегая, они меня уебашили. Ну, блять, ну вы ебанашки или что, нахуй? Вы вообще ебанули. Я не понимаю, или что? Вы... Вот я понимаю смешность, тут прикольно, да? Никто не кричит, никто ГП не лутает, все классно, ебать. Ну вот на хуйню начинать не надо, ебать. Сейчас в один момент я просто начну хуярить за всю хуету просто всем, нахуй. И не по 100, а по 300, нахуй. Тут у людей уже по часу, бля, по 2 ночи, нахуй. Вы хуйню творите какую-то, ебать. Расслабились, нахуя? Сейчас кто спулил? Не знаю, ебать. Не видел. Ну признайся быстро. Теряйки ты, что ли? ГП. Если вам, блядь, не хочется, блядь, выйдите с рейда, ебать, дайте люди, закроют нормальное инст и пойдут отдыхать, нахуй. Без всякой хуеты, ебать. Кто вот этой хуйней занимается? Я не понимаю, я не могу, блядь, все увидеть, нахуй. Это просто ёбнешься, нахуй. Надо было просто эти ебаное дерево лить, нахуй, закрывать обычку, нахуй. Никаких вам хэмов, нахуй, наказаны, блядь. Понимаю, блядь. Ну, кто там сдохнуть теперь нахуй не может? Выйдите из инста, у кого бой висит. Блядь, сейчас тут, блядь, был бы Гавай, я не понимаю еще, что здесь было бы сейчас просто в этом дискорде, нахуй. Да орал бы, как ебанутый, просто вот было, и все. Были бы минус уши, нахуй. Просто мут, нахуй, Гавай, и все.
какие-то, блядь, туристы зашли, нахуй, просто пробежаться здесь, нахуй, блядь, посмотреть, что здесь. Что здесь творится, блядь. Сам сказал, сам поржал, блядь, прикольно, нахуй. Не, ну меня тоже повеселило, на самом деле. Хуйню мутят, блядь. Давайте дубль 3, нахуй. Прибежали, разбафались. Может, это из-за того, что бафа не было, нахуй? Ну, блядь, вот стоит, блядь, просто ебучее, блядь, дерево, огроменное, нахуй, просто на пол инста. И, блядь, поебать, не видно, нахуй, просто не видно, ебать. Вы Сань, что, правда... от первого лица играете или не, что? Нет, отсюда Сань. Оно сливается, посмотри. Вот прямо отсюда. Сань, зато пожарника с первого пула, правда, ебнули, ты чё, блядь? Пиздец, нахуй, да лучше бы пожарники вайпались, может, блядь, больше поняли, что там творится, нахуй. Я уверен, там половина вообще не поняли, что там происходит. Просто бегали за меткой, нахуй, и всё. Инкарнация дерева. Ну чё? Где бананы? Чё? Баньте! Убирайте. Убивайте. Саня, ты чё умер? Пиздец, Саш, всё хорошо? Саня! Ты лужу когда завтра кидать будешь, чешона? Что тебе моя лужа, блядь? Ты ничего не видишь, где я нахожусь, типа, а? Саня, ты в порядке? Чешо, говорит, лужа, блядь. Ну разбаньте, чё, блядь, происходит? Я думал, что... 2 каста, блядь, уже проебал, я думал, вырос... Да нехуй ты... Заставляйте, блядь, кричать меня, нахуй. Он когда, блядь, делаешь в рейде, блядь, релакс атмосферу, нахуй, вы вообще, походу, тренер, расслабляетесь полностью, блядь. Просто как амёбы сидите, наверное, блядь, и, блядь, жмёте ногами, нахуй, на кнопки. А у меня что, кнопки есть, что ли? Мышкой нажимаю. Как Аверн? Банти. Бабушка, бабушка. Выходили? А, точно, когда мы трэш сагали. Нахуй вы босса сагрили, блядь, тварь. Челтаем. Протрите свои ебучие диоптрии, блядь. Вот так, блядь. Вот это да, нах. Куда? А. Каноба на вас нету. Он похлеще Гавайи орёт, блядь. Обезьяны лучше вас играют, блядь, да? Он, знаешь, как говорил, у тебя мозгов, что у моей табуретки. Вот так он говорил. Блядь. Бля, глубоко, конечно. Ну я это так-то и так знал, Слав, ты чё? Ну он так челиков опускал, типа, в рейде. Так, у меня, блядь, уже, нахуй, каждый РТ, блядь, обед это как ебаный ужин, нахуй. Да, блядь, жрать, нахуй, перед, похуй. Да я тоже жрать что-то захотел, может, похаваем, сходим? Я во время хуя, хуя. А, Сань. На 20 минут похаваем чисто. А челики пусть сами тут развлекаются, хотя, да? Да, ты хули там везок съебать. Давайте еще раз ребавчик дали, полетели. Да пошли сразу там на островке дадим. Или что, уже дают? Да у нас никто не дох, давайте дадим босс. Рыба, Саня дох.
Смотрите, на костах Black Fly сбиваешь водному, а Рогатоку грозовому. Мобу. Туда ирландская ловка на пассиве, ну то есть на подстраховочке. Кому я должен ебать? Ну кому-нибудь, кто, блядь, проебется. Давай я водного, нахуй, не? Давай ты водного по это самое, по... По это самое, а ирландец, короче, грузового. Угу. Все, давай, иди, пуля. Кулаки, кулаки проще, чтобы раздали. Кто кулаки? А у нас сердца, у кулаки бафл. Кто бафл P5, раздайте кулаки бафл. Блять, три паладина нахуй, в чем проблема? А у кого нету кулака? Ебать, у меня. У этого, у Ферала нету, да, Ферала? Точно. Оторвало, нахуй. И у ДК нету. Да есть у ДК. Как нету, когда у всех есть. Ну, кот жалуется, что у него нету, блядь. Уже есть, пишет. Там есть. Дерево растет, нахуй. Нормально, да? Нахуй умирает. Давай, дашь Берни ДК. Как он сдох? Блять, этому человеку я давал на пул, нахуй. Один раз за весь лист. Сдох он от нестабильной энергии. Это походу лучше, да? Да. Да. Это сильно. Рибавьте ДК. На пиздюках сбегаемся, на пулем разбегаемся. Разбежались. Зачем умирать? Я не умираю. Мастак раздавай, Лудомер. Лейте больше. Сыпьте. Блять, мы не успеем. Телдри, давай Мастакру, Телдри. Сейчас. Блять. Давайте еще на фаре реально байпнемся. Давайте байф раздадим. Так, Сулс, давай пуг дракона космополиту Телдрин. Я пристабав дам, когда все три встанут. А зачем ты как хуярить, да? Там дерево слева выросло. Давай, дети мои, нахуй, убить. Блять. На. Чего хвостоплет бегает, ебало всем ломает. Парни, нельзя раскол успел нажать. Боевой. Да, пизда, байеров 0, да. Ну, отдыхайте. Дилетанты, блять. Плюта, можете брать его водить на. Ну, сука, опять буду спросить. Дерево, да, ну-ка. Я последний. Для бомжа на локах, нахуй. Ведь фиолетовых лежат. Ты чего умер, Квазир? Дрожание земли, скорее. Кас не сбили, да? А кто у нас сидит на грозовом? Кого я назначал? А кто его знает? По-хорошему, это ГПшечка, нахуй. Мне жалко.
дерево на реке. Вот это вот жалко, вот это вот. Ладомер, жди меня массакром. Блять, что-то больно. Давай, Теодор, твоя. Егорыч, взял? Да ну как я иду. Просто, блядь, пацаны переапались, нахуй. Понадели шмоток, блядь, кары, нахуй. А это мы лапнули, блядь, а мозг, нахуй, нахуй. А мозг, да. Нахуй, не апнули. И ебашат, нахуй, как ненормальные, блядь. А мозг не апается, блядь. А чё такое? Блядь, то, что внутри головы болтается, нахуй. Блядь, там ничего не болтается. А, ну у меня тоже, кстати. Не дыши, блядь. Это уже жижа тупо, нахуй. Вообще похуй. Тупо, бля, водичка. Да, чисто, бля. Бульон, бля. Дайте, пожалуйста, мне чё-нибудь, я, бля, стою в корнях, нахуй, не под грибом. Да похуй вообще. Отдыхай. Да о, блядь, отдыхай, блядь, посидите, дайте подбить. Дайте фридом у него. Дайте фридом, парень. Дерево, а, нахуй, растет, прям, смотри как. Егор, разбей, пожалуйста, корень, спасибо. Вот только на Егора, блядь. Все, уводи, это ластовый, блядь. Уводить? Все, нажимай Яровинскую, ебать, и полетели. Вася, нажимай Геру. А, рога перемашь, прям сейчас яду на минус от Хио. А, стоим, отдыхаем, лучше почву. Зачете. Там петы, Сань, петы отдыхают. Петуш? Петуш. Ой. Иннер по Абу-Даби, пожалуйста. Корни. Там, говорят, дерево растет. Где? Говорят, если убить его, то босс упадет очень быстро. Дайте Иннер по Абу-Даби. Давайте кинем на ману, ебаном. Ты прям как Саша, нахуй, блядь, старый. А, ну, это же не Саша, да. Это Аркан. Ой, Микас, блин. Переезжай. Только Саша с пула просил всегда имя, нахуй. Да, не под конец боя. Хули Гера вся хуйня, Саша, нахуй, как ебашит туда демозу, нахуй. А, и все, и сидит потом. Ебать, у меня ДПС горит, нахуй. А я, блядь, не видел, блядь, два инера, нахуй. ПСК. Да, его просто по КД инеры хуярили. Да, нормально, блядь, Евгений. Это ДПС, блядь. Ну а хули, Аркан не так сильно зависит. Плюс у него чар был фулл проф, фулл, что нахуй. Чики-пуки, блядь, а не чар. Ебать, убили, нахуй. Пацаны, я космонавт, мне похуй. Конечно, нахуй, вообще убийцы просто, я ебал. О, пизда, полетели, нахуй. Да, блядь. Обожаю это дело. Бля, посмотри на это. О, кинжалы, блядь, нихуя есть. Mm-hmm. Кинжал. Это за инст, нахуй, можно себе мутика бисового собрать. Ну, это бисовый на комбат, если чё. На кого? На комбат. На комбат это бисер. Это лучше, чем... Так, вроде тоги есть. У него, блядь, всё есть, на. На. Вот возьму. У человека нету места. Давай, освобожайся. А, ко мне? О, нихуя себе. А, перчатки такие, нахуй. Да. Ясно. Пас. Там, да, пишет, давай я возьму.